Всем привет, дорогие друзья, с вами Жака и Влад. И сегодня мы вас приветствуем в новые наши рубрики под названием «Иллюзии в игре Майнкрафт». И первую иллюзию, кто ее сделал, Влад? Я сделал Big Red, кстати, создатель карты The Dropper. Да, и еще многих других карт, таких как Mario Sprint, что-то там еще, Dimension Jumper. В общем, сейчас мы не про это, мы про иллюзии. Я думаю, уже вы все поняли, в чем заключается эта иллюзия, но мы пытаемся объяснить. То есть, это у нас, так сказать, окно. Ну, мы так вот, мы подумали, что это окно, я не знаю, может, что-то другое. И создается такое впечатление, что вот эта вот верхняя балка, или, знаешь, это балка, которая на окне, решетка, она находится поверх нижней. Но на самом деле, когда мы подойдем чуть вот так облетим, совершенно все по-другому. Видно, сейчас я спущусь в мини, чтобы просто вы поняли, как это все работает. На самом деле, самая простая иллюзия. Вот даже сейчас, вот я здесь нахожусь, сейчас, стоп, где-то здесь находился. Еще такое впечатление складывается. Но когда мы подлетаем сюда, просто непонятно, что они на одной. Просто на одном уровне находятся. Я не знаю. Как-то странно сделано. Тут просто прямая идет, да, палка, а вот тут как-то спуск какой-то небольшой. Да, и капец, ну это надо такие мозги иметь, чтобы додуматься такого. Ну, блин, я не знаю, как это бегать. Просто я бы даже не думал, что вообще такую иллюзию можно сделать. Подумаешь, пускается вниз, но почему люди создается, не понимаю. Вот реально, вот смотрите, вот я сюда смотрю, уже кажется, что эта штука находится. Почему-то, да, она почему-то находится выше. Вообще непонятно. Вот особенно вот отсюда, где я сейчас стою, вот этого. Ага. В общем, надеюсь, ребят, вам понравится данная рубрика. Ссылка на карту будет в описании. Если вам понравится, то будем продолжать ее записывать. Ну, хотя мы в любом случае будем продолжать ее записывать, но нам было бы очень. Мы были бы очень рады, если бы вам понравилось. Иллюзия реально офигительная. В следующий раз будут еще круче иллюзии, да. Да. В общем-то, мне больше нечего сказать про эту иллюзию. Да, и с вами был Жека. И Влад. И всем удачи, и до новых встреч.